Познавательные видео, топы, интересные факты, удивительные путешествия и многое другое. Качественный монтаж, динамичность, лаконичность, свежий взгляд на интересные видео. Silent Desert. Отдыхай с пользой. Ссылка на канал в описании. В 2011 году, во время цунами, которое накрыло Японию, телевизионными камерами было зафиксировано необычное явление. Эти кадры были сняты над городом Сендай. Многие полагают, что это был человек, похожий на Гоку, персонажа японской анимационной культуры. Он мог искать людей, которым нужна была помощь, или же он хотел попытаться остановить катастрофу. Туристы, посетившие Нью-Дели в Индии, засняли на камеру довольно необычное явление. На видео видно, как в небе откуда ни возьмись появляется человек, умеющий летать. В неустановленном месте несколько человек стали очевидцами очень необычного случая. Оператор заснял на видео, как что-то сверкающее или пылающее огнем спускалось с неба на землю. Скорее всего, это был кто-то, кто обладает невероятной силой. Это видео было снято туристом в Бразилии. Оператор прогуливался и снимал на видео местную природу. Неожиданно его внимание привлекло что-то странное. Этот летающий объект очень похож на человека или ангела. А как вы думаете, что это? Один из пассажиров решил поснимать свой полет. Неожиданно в кадр попал непонятный летающий объект. Кто это был, никто не знает. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем пока!